Здорово. Поговорим опять о перчатках. Значит, было у меня видео, которое вообще никто не посмотрел, потому что 25 просмотров за 2 года, что ли. Вот. Там я говорил, как сделать вот такие вот веревочки для перчаток сноубордических, горнолыжных и так далее. Дело в том, что у дорогих перчаток идет всегда вот такая вот веревочка, которая здесь где-то крепится, надевается на руку, как-то вот так затягивается и не сваливается. Очень много кто теряет перчатки, мы их снимаем, надеваем постоянно в режиме эксплуатации. И очень часто видно, где-нибудь идешь, и вот одинокая такая вот перчатка где-нибудь валяется. Ладно, если это какая-нибудь фигня с AliExpress, а может быть и Arc'teryx какой-нибудь, где комплект стоит рублей 30. Вернее, тысяч 30. Обидно, да, потерять две перчатки, купленные за 30 тысяч рублей. И чтобы у них была такая разная судьба. Значит, здесь у нас есть такая фишка. Вот. То есть вот этот вот бегунок, он не слетает. А в моей конструкции, то, что я делал, советую все-таки видео посмотреть, как я делал. Но я здесь вкратце объясню. Вот это вот шнурки для ботинок. Они с катафотами. Я их купил в Каре. Единственное, что в Каре можно покупать, это шнурки. Там они недорогие. Сделал я здесь просто аккуратненько ниточками здесь подшил. Вот, сворачиваешь, ниточками подшиваешь. И здесь также. То есть с двух сторон. Такие вот. Вот таким образом. Ну, здесь еще петельку пришил к перчаткам. Да. Дело в том, что вот, например, такой бренд, как Фёкол, они очень плохо ориентируются в том, ну, в горнолыжной тематике. Тем не менее, это бренд спортивный, но это такой спортивный бренд, который ни хрена толком не соображает, что они делают. Поэтому вот их приходится дорабатывать. Перчатки, конечно, дорогие, Сулейд, все дела, но много недостатков. Один из них вот этот. Так вот, чего не хватает моей веревочки? Я сезон ее испытывал, все хорошо, конечно, немножко она не эластичная, но в принципе сойдет, смотрится как заводская, не придерешься. Вот эта вот надпись катафотит, и это катафотит, в общем, все в тему. Такие шнурки есть всегда в Каре, купи, пригодятся для чего-нибудь обязательно. Значит, чего не хватает здесь? Когда их снимаешь, вот эта вот веревочка, она стремится сделать вот так. Оп. Потом ее сложно выковыривать отсюда. А может даже случиться и вот такая вот тема. Оп. И все. И потом вот ее восстановить, конечно, можно. Но достаточно геморройно. Надо вот так вот запихивать снова. А на улице холодно. Это вот сейчас мне удобно. Вот. Хотя, в принципе, можно так оставить. Но она все равно вот слетает, видишь. Бывает такое, случается. И вот как этого избежать? Значит, я видел когда-то, вот здесь вот идет бегунок, да, а вот здесь ставится такая бусинка. Но не просто бусинка, а бусинка с огромным отверстием. Я целый год искал такие бусинки, не знал, где их найти. Если есть мысль, напиши обязательно комментарий, оставь комментарий. Но вот единственное, где я нашел, это вот такие вот автомобильные вонючки, как они там называются, ароматизаторы. Ее очень хорошо можно повесить в шкаф с одеждой. Моль исчезнет, проверено. Но вот здесь вот у них идет зачем-то вот такая вот бусина. Как раз то, что надо. Вот она. Кстати, может быть, даже прям вот этот шнурок можно использовать. Они сейчас есть в фикс-прайсе по 100 рублей. В принципе, недорого.
Да, по идее можно. Ладно, вот мы эту бусину снимаем. Она нам здесь не нужна. Я не знаю здесь, зачем они. Тоже оставь комментарий, если знаешь. Мне очень интересно, для чего здесь эти бусинки на вот этих вот ароматизаторах автомобильных. Вот она бусинка, вот она вполне подходит. Можно оставить так. Я ее покрашу. Покрашу. Так, возьмем тупо пинцет. Вот. И тупо маркер обычный, перманентный, тоже с Галимарта за 50 рублей. Самый обычный. Тупо красим. Можно оставить так. Она деревянная, в этом есть какая-то аутентичность, но мне не нравится, во-первых. Во-вторых, ну, какая-то защита от внешних источников. Хорошенечко так прокрашиваем. Моментально он высыхает. Можно феном добить. Вот. И там внутри. Чтобы полиция мода не догадалась. Если полиция моды будет тебя обыскивать, они не догадаются, что это какая-то подлива, самодельный колхоз. Все, уже можно так оставить. Можно добавить, улучшить. Например, вот. Я советую всем, кто занимается всякими домашними поделками, всякой домашней хренью, да, всякими мелочами, приобрести все-таки женский лак для ногтей черный. Великолепная вещь. Дофига где можно использовать. У меня здесь матовый. Для чего угодно можно использовать, только не для ногтей, я тебя умоляю. Так, и вот я сейчас покрашу прямо им. Эти лаки для ногтей, они стоят копейки, но они по своим свойствам уделывают любые лаки, которые стоят просто космический денег. Вот, проверено уже, я на велосипеде все дырки, царапины заделаю именно таким лаком. Просто покупаешь под цвет рамы велика. Надо это отдельным лайфхаком снять, но без разницы, это видео все равно никто не посмотрит, поэтому ничего страшного. Спалю такой лайфхак, хитрость такую. Можно им красить что угодно. Он держится как просто как намоленный. Я не знаю, с чего их делают, но делают их. То есть вот эта вот индустрия для ногтей, она просто наикрутейшая. Вот. Делали бы так лаки для чего-нибудь другого. Велосипед покрасить, например, таким лаком. Вот, ну, так, теперь надо высушить. Кстати, можно использовать, если лака нет, можно использовать любую такую баночку, любую краску, нитроэмаль подходящего цвета, набрызгиваешь. Вот. Я не буду показывать, зачем это надо. И тоже вот так вот там завозюкиваешь, или кисточкой какой-нибудь, или ватной палочкой, палочкой для ушей так называемой, натыкал, так вот можно покрасить. То есть не проблема. Но либо просто вот тупо маркером. Вот он уже практически высох. Эти лаки для ногтей, они еще и сохнут очень быстро. Вот, ну, короче, не нарадуешься. Так, ладно, для видео. Немножко испачкаю пальцы, ничего страшного. Вот, и мы сюда ее пытаемся впихнуть. Вот для чего нужно большое отверстие, чтобы можно было это все туда запихнуть. Но не слишком большое при этом. Все, вот она у нас здесь. Так, теперь нам надо этот шарик просунуть туда, отверстие. Ну, хорошо, когда знаешь, что видео никто смотреть не будет, можно не монтировать. Пофигу. Так, и вот эту я выверну чисто для эстетики, хотя не обязательно.
Все готово. Может еще есть, вот это у меня лак матовый, он смотрится не так круто. Можно покрасить лаком таким глянцевым, который блестит. Кстати, матовый ты и не достанешь. Вот смотри, вот она уже. Тут, в принципе, я может быть еще, у меня уж очень большое отверстие здесь. Лук-лук-лук. Я может еще вот так подошью чуть-чуть. Да, шить, чтобы без палева, я шил вот здесь, по канту, по краешку. Видишь, швы почти не видно. Я вот сам не вижу, где они. Вот, чуть-чуть подшить, чтобы вообще точно. И все. Вот она, вот этот вот бусина, она не дает выскальзывать. Видишь? Ну, может, но это уже прям проблема будет. Причем обратно ее завести, ну, настолько же нетрудно, как и до этого. Вот надел на руку, она нигде ничего не мешает, ничего тебе не сломает. Вот все нормально, смотрится круто, даже прикольно, как фенечка, смотри-ка. Можно сравнить с обычной, вот заводской, вот как они идут, заводские. Тут была надпись, она стерлась со временем. Можно сравнить. Вот она тут затягивается. В принципе, можно вторую бусинку сюда закинуть, чтобы она как будто вот эту затягивала. Вот. Давай, кстати, попробуем. Почему нет? Хоп! Вот вторая бусинка. Только что сделал, торопился, сушил феном. Не такая красивая получилась, ну ладно. Так. Давай вынесем. Посмотрим, что мне. Только сейчас в голову пришло. Так. И вторую бусинку сюда присобачим. Оп. Так, теперь запихиваем это сюда. Все. Это у нас здесь, чтобы она не сваливалась. Ничего, разные по диаметру. Это одинаковые. Вот, одна здесь, чтобы не сваливалась. Так, а вторая здесь, чтобы как бы затягивать. Но я ее еще подошью, потому что, ну, слишком большая дырень здесь. Вот. И тогда уже это все будет намертво здесь сидеть навсегда. Уже не снять будет. Смотри, как она вот обратно идет. Тяжелее. Так, она сама. И вот подтягиваем, подтягиваем. Все прям хорошо. Вот, если раньше она сама, ну, вот вытягивалась. Сейчас у нее уже есть какое-то сопротивление. Что-то она выпендривается. Короче, вот эти вот штуки я подошью, и будет вообще идеал. Все, она уже вообще никуда не денется. Прикрутилась, правда, зараза. Но это решаемо. Все. Вот такой видос. Да, и перчатки от вот этой вот этого бренда покупать не советую, они не очень долго носятся. Потом как-нибудь пиши, если интересно, сделаю обзор перчаток. Вот мое мнение, почему вот этот вот бренд рулит. Единственное, что они выглядят ужасно, но они очень крутые. Цена и качество просто волшебные. Вот эта штука стоит рублей 100.
Это стоит рублей 100. Шнурки, они длинные, их хватит на 3, наверное, пары перчаток, я думаю, хватит. Ты же не будешь слишком длинные делать шнурки. Конечно, они у меня слишком длинные. Надо бы покороче. Ну ладно. Болтаются слишком. Но это на твой вкус. Все. Я думаю, все понятно. Лак 100 рублей, по-моему, стоит. Или 50 рублей в фикс-прайсе. Вот это я покупал. Вот это я нашел. 8 марта просто шел. Валялся лак. Бесплатный. На улице. На земле. На асфальте. В мешочке в таком. Там был красный, белый, такой, еще какая-то фигня, типа помады, там что-то такое. Я все это выкинул, а черный решил попробовать, и вот охренел. Вот с тех пор я фанат лаков для ногтей. Может, как-нибудь отдельное видео сниму. Насколько это охренительная вещь, которая в тени, никто об этом не знает. Насколько эффективны вот эти лаки для ногтей. Они держатся лучше всякой сраной нитроэмали. Стоит гораздо дешевле. А, ну да, и может маркер еще понадобится. А может просто вот... У многих просто водятлов остаются вот эти штуки. Они их просто выкидывают. Один из таких, как я узнал... А вот этой вот, я же не водитель. Как я узнал о такой вот, о такой бусинке? Я просто катался на лонгборде за городом, и вот такая бутылка валялась на асфальте, какой-то водитель выкинул, и в ней была вот эта бусинка. Я эту бусинку снял, попробовал, вот, и теперь вот снимаю видео, и две уже такие купил. Они не пропадут, как я сказал, вешаешь в шкаф свой любимый аромат. У меня один шкаф открываешь, там кофе пахнет, другой открываешь, тутти-фрутти, вообще шикарно. Вот, не пожалел, по 100 рублей они, по-моему, в фикс-прайсе сейчас. Плюс бусинка, плюс, ну вот, короче, минимальный набор 100 рублей. 150 рублей где-то. А, их две надо. 200, 250. Ладно, тяну время. Давай, пока. Пиши что-нибудь.